Кораблики, которые курсируют между Манхэттеном, вот он, Манхэттен, и Стейтен Айленд. Он совершенно бесплатный. Из борта этого кораблика видно просто весь Манхэттен, весь Нью-Джерси, весь Бруклин и, соответственно, Стейтен Айленд. Статую свободы, которую совсем проплываем совсем рядом. Все это очень красиво. Настя, тебе понравилось? Уже совсем другой вид, уже немножко подвечерело. А сейчас мы идем, да, в финансовом районе. Вот примерно так это выглядит. Уолл-стрит в закате. Вася, просто красиво как. Потрясающе в закате. Настолько разнообразные и преображенные. Я снял офигенный таймлэпс, который вы посмотрите сейчас. Прямо сейчас, кстати, мы проходим рядом с быком, заодно засвечу. Вот, вот он бык. Шутка, сейчас покажу настоящего, если вы увидите. Вон он, все фоткаются вместе с ним. Все, я уже там был, поэтому ничего сильно много про него рассказывать не буду. Единственное, что вы должны знать, что это все считают своим долгом потереть ему яйца. Все.